Ну что, друзья, наконец-таки вездеход тягач и готов. Ну, так скажем, почти готов. Осталось поставить седло и вот делать электрику. Вот его седло. Камазовское седло, не джост. Ну что, и все. На этой неделе, то есть в конце января, машина будет полностью готова. Эту машину снимал я от и до, с самого начала. Это была действительно только рама. Кому нужно, отправлю видео. То есть полный, качественный, капитальный ремонт. Ну, наверное, назову видео «Тягач конфетка». Потому что он действительно конфетка. Она просто шикарна. Все сделано, все подкачки, все просто идеально. Как она выйдет уже на белый свет седлом. Так, наверное, я и сделаю там полный обзорчик. Ну, полный обзорчик имеется в виду, что было, как стало. Руки не доходят. А с этой машинкой однозначно получится. Дойдут руки. Ну что, Евро 2, 30 лошадей, 50 движок, язда, 49 зубьев. И запаску осталось поставить. По факту машина 11-го года. По факту 11-го года машина. А на учет поставили 12-го. Со спалочкой. Цвет работа электрики.